Более подробно о своем новом планшете вместо iPad Pro 2016 года, приобретенного Tab 7 LTE, я расскажу, конечно, не сейчас. В данном случае небольшой обзорчик, просто анонс его. Далее и видео, и фотоматериалы, то, как он реагирует на движение, работа со спеном, все подключения, сим-карты и полное описание. Ждите где-то, наверное, через недельку, так как все-таки день приобретения это сегодняшний, а сие пока только первичные настройки. С экрана вроде пока проблем не было ни с какими засветами, ни зеленым цветом. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры. Ставьте лайки. Пока.